Во многих музейных галереях нельзя фотографировать выставочные экспонаты, но есть один день, когда для посетителей возможно исключение. Это международная акция «День музейного селфи». И сделать автопортрет рядом с любимым произведением искусства только приветствуется. 18 января музей-заповедник Горки Ленинские присоединится к акции. Сотрудники исторического комплекса рассказывают, что участвуют в мероприятии уже в шестой раз. В этом году особой популярностью посетителей для фото пользуется выставка «В чем моя вера». Используют и прозрачную нашу композицию, используют и камень. Это, получается, весьма необычные снимки. Они у нас есть. И надеемся, что 18 января их станет еще больше. Принять участие в акции может любой желающий. Достаточно в этот день посетить музей-усадьбу Горки Ленинские, сделать селфи на фоне интересных экспонатов и разместить фото в любых соцсетях. Далее будет проведено голосование, и лучшие фотографы получат призы. Победитель получит несколько призов. Призами будут билеты на концерт замечательной классической музыки стипендиатов фондов Дениса Мацуева «Новые имена». Концерт стипендиатов фондов «Новые имена» будут проходить в киноконцертном зале научно-культурного центра музея имени Ленина. Главная задача необычного фотоконкурса – творческое переосмысление экспозиции и музейного пространства в виртуальной реальности. Ведь в настоящее время для посетителя важно не только побывать в музее, но и сообщить об этом своим друзьям и подписчикам.